Всем привет! Это «Между прочим», и мы вновь говорим о команде Kunlun Red Star. Драконы сохраняют теоретические шансы на место в плей-офф, а это значит, китайская команда может преподнести немало сюрпризов. Мы уже играли с китайской командой в этом сезоне, а это значит, кое-какие факты о противостоянии с драконами уже есть. Ссылку мы прикрепим здесь же, в видео. С момента последней встречи с Kunlun Red Star в тренерском штабе драконов произошли изменения. Финский специалист Юси Тапола был отправлен в отставку, а на его место пришел Курт Фрейзер, и это уже 9-я отставка в нынешнем сезоне КХЛ. Стоит отметить, что за всю историю существования лиги не было ни одного сезона, в котором бы уходило более 8 тренеров. Ну а теперь о новом главном тренере Kunlun. Курт Фрейзер стал первым тренером в истории Атланта Трэшерс в НХЛ. Он проработал с ней 4 года. Ну а в сезоне 2005-2006 он работал помощником главного тренера Сент-Луис Блюз, за который тогда играл наш Кевин Далман. В списке травмированных драконов вновь немало хоккеистов, а точнее 6, среди которых и хорошо известный нам защитник Оскарс Бартулис. Ну и как же без цифр? Следующая игра с Kunlun Red Star может стать сотой в КХЛ для нашего молодого защитника Кирилла Полохова. На данный момент Kunlun занимает 11-ю строчку на Востоке. За последние 5 матчей он поделил очки с Авангардом, а проиграл Адмиралу, Сибири и Амуру. Переиграть так же, как мы играем по своей системе, выполнять тренерские задания. И я думаю, мы выиграем этот матч, потому что у них хорошая мастеровитая команда, много легионеров. Будет хороший матч. Дорогие болельщики, приходите поддержать нас. Нам очень приятно, когда трибуны полные, атмосфера шикарная. Просто приходите поддерживать нас. Нам очень приятно. Мы постараемся радовать вас победами.